видеоотзыв об индивидуальной консультации специалиста Лебедева Юлии, клиент Мадина. Мадина, поделитесь общим впечатлением о консультации. Общее впечатление положительное, доверительное, спокойное. Ничего страшного не происходит, вы находитесь в сознании, под контролем. Общее положительное. Был ли опыт просмотра прошлых жизней у вас до этого? Скорее нет. Были ли перед погружением у вас какие-то сомнения или страхи? Расскажите, были ли значимые события в погружении или осознание? Однозначно. Были ли моменты, которые стали совершенно новыми и неожиданными? Наверное, нет. Больше вспомнилось то, что было именно через телесные ощущения. Как будто ты вспомнил что-то свое родное. Или вернулся к себе ощущение. Чем вам помогла консультация? Ну, по моему конкретному запросу, опять же, возвращение к тому ощущению, с которого, видимо, когда-то произошел выброс сознательно и бессознательно. Сознательное его возвращение. И оттуда и ответ. Какой вы получили результат? Сейчас, наверное, тяжело говорить, какое-то время должно пройти, чтобы более правдиво об этом сказать. Но пока есть вот этот ответ внутреннего ощущения пока. То есть это еще не реализовалось в жизни, потому что мой запрос был очень, очень материальный, связан с материальным миром. Какое-то направление, как проживать, как двигаться, есть. И материальные результаты будем ждать. Отлично. И если хочется что-то добавить от себя, вы можете поделиться. Ну что, не надо бояться, если есть какие-то опасения у людей, что нужно идти навстречу к себе. Ведь нет интереснее человека в мире, чем ты сам. Как бесконечное путешествие. Благодарю вас за отзыв, благодарю за доверие к себе и желаю всем раскрытия.